Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале Гитармания. И сегодня я вам хотел рассказать одну новость. Совсем недавно мне написали в комментариях, потом я написал человеку, он мне написал, по-моему, ВКонтакте, я уже не помню. Мне написали о том, что мой промокод при покупке в магазине Струнки.ру не работает как нужно. То есть вы набираете товар, забиваете мой промокод Гитармания, и он вам выдает, что промокод действует только на категории струны и, по-моему, фирма Ernie Ball. Я не знаю, насколько давно была эта проблема. Я сам попробовал зайти на Струнки.ру. Я там накидал в корзину какой-то товар. И действительно, используя мой промокод Гитармания, вы не могли получить полноценную скидку. Интересно. Я попробовал вбить другой промокод. Благо их сейчас очень много, и когда вы покупаете на Струнках.ру, вы уже не думаете, что получу я скидку, не получу, вы просто поддерживаете того автора, который вам нравится, которого вы хотите поддержать. То есть, используя этот промокод, вы поддерживаете именно того автора, которого вы хотите поддержать. Потому что при использовании, например, моего промокода вы получаете скидку 7%, я же 3% получаю от вашей сделки, и это слегка, так скажем, поддерживает канал материально. Да, откровенно сказать, не очень много людей используют именно мой промокод, поэтому примерно за 3 месяца у меня набирается примерно 1003, и я на эти деньги могу купить, сколько сейчас струны стоят, 5 пачек струн. Ну и это в целом очень неплохо, если я смогу купить там за 3 месяца 5 пачек струн именно на те средства, которые получены от этого промокода. Вы же тоже ничего не тратите на это, вы просто используете промокод, вы получаете скидку 7%, как я говорил, я 3% получаю от вашей сделки. Ну вот, я написал ребятам из Струнки.ру, говорю, такая ситуация, что с моим промокодом. Они написали, что да, действительно, почему-то промокод попал под вот эти фильтры. Было время, когда вообще промокоды не работали. Я также писал, они там что-то меняли, программисты работали, и они быстро поправили. Но почему-то промокод попал именно под фильтры. Сейчас они все эти фильтры убрали, и если вы будете покупать что-то в магазине Струнки.ру сейчас именно с моим промокодом, то он уже будет действовать на всю категорию товаров. Так что, друзья, если что-то хотите купить, используйте именно мой промокод, и тогда вы поддержите меня. И сразу хочу сказать огромное всем спасибо, кто это делает, и огромное всем спасибо, кто это будет делать. Это была новость. Теперь у меня есть одна просьба. Вы знаете, что на YouTube отключили монетизацию для всех русскоговорящих просмотров. То есть все, кто из России, не русскоговорящих, а именно российских, все, кто из России смотрит мой канал, за них уже просмотры не монетизируются. Если я раньше мог получить от 50 до 100 долларов в месяц за просмотр, просто за монетизацию, то сейчас это 5-6 долларов. Видимо, смотрит народ из других русскоговорящих стран, но все равно основная масса это была именно Россия, и она сейчас не монетизируется. И я, как уже говорил, открыл еще один канал на Яндекс.Дзен. Яндекс.Дзен пока тоже монетизируется не очень сильно, но я хотел вас всех попросить, все, кто посмотрит это видео, друзья, все, у кого есть аккаунт в Яндекс.Дзен, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании и подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Давайте попробуем разогнать этот канал. На данный момент там не очень много подписчиков, вот у меня передо мной экран, там 592 подписчика. Ну и набираются кое-какие просмотры. Сейчас я туда выкладываю все свои видео старые, я выкладываю по одному видео в день, потому что больше у меня физически времени не хватает выкладывать. Но я строго каждый вечер выкладываю по одному старому видео. Я беру на YouTube, иду так последовательно. И выкладываю. Сейчас там уже более 100 видео, и нужно выложить еще порядка 300 видео. Также все новые видео, которые я выкладываю на YouTube, я также загружаю в Яндекс.Дзен. Но на самом деле, пока я копирую в Яндекс.Дзен то, что делаю на YouTube, но я думаю, что дальше именно Яндекс.Дзен я буду, расширять и немного уводить в другую сторону. То есть я туда буду делать посты, вы знаете, Инстаграм тоже заблокировали, конечно, есть пути обхода,
но оказывается в Яндекс.Дзен тоже добавили возможность сделать посты. Добавили возможность сделать короткие видео, то есть какие-то интересные новости я могу снимать в виде коротких видео и тоже выкидывать на Яндекс.Дзен. Возможно, что-то просто про свою жизнь я также буду снимать какими-то короткими видео и закидывать на Яндекс.Дзен. То есть на Ютубе это будет такой узконаправленный канал, как сейчас, а на Яндекс.Дзен я буду пытаться его как-нибудь расширять и модифицировать. Так что, друзья, еще раз повторю, все, кто сейчас смотрит, все, у кого есть аккаунт на Яндекс.Дзен, ну или кто хочет создать, переходите по ссылке в описании на мой Яндекс.Дзен, подпишитесь, ну и будет вообще замечательно, если пару каких-нибудь старых видео вы посмотрите. На самом деле, если вы перейдете и посмотрите одно старое видео, я больше чем уверен, что вам захочется посмотреть второе, третье, четвертое, пятое, шестое. Наверняка вы их уже не помните или практически не помните. А вообще большинство из вас, кто подписывался, вновь подписавшиеся, так скажем, старые видео даже еще и не смотрели. Друзья, переходите, посмотрите, накидайте лайков, сделайте подписки и давайте попробуем разогнать этот Яндекс.Дзен. Потому что если мы смотрим какие-то видео, вообще, бестолковые, развлекательные, там тысячи просмотров, там миллионы просмотров. Если же мы берем узкую тематику, гитары, электрогитары, тут буквально 100-200 просмотров. Давайте попробуем изменить эту тенденцию. Еще раз просьба. Переходите, подписывайтесь, посмотрите. Если зацепит старое видео, посмотрите еще одно и кидайте лайков. Друзья, давайте попробуем разогнать эту тему. Ну и третье, просто новость. Как я уже говорил, я открыл Boosty. Опять же, монетизации нету. Я открыл Boosty. Кто хочет поддержать наш канал, я уже много раз говорил об этом. Я уже много раз призывал, все равно никто не подпишется. Но просто скажу. Есть Boosty, друзья, от 100 рублей в месяц, подписывайтесь. Я пока не скажу, что веду его, вот сейчас я на него смотрю, что веду его как-то прям активно, потому что там одной руки, пальцев одной руки, мне хватит, чтобы пересчитать всех подписчиков. Никто не подпишется, просто говорю, что есть Boosty, если кто-то хочет поддержать, от 100 рублей в месяц, переходите, подписывайтесь, я буду вам сильно благодарен. Ну что ж, друзья, это были те новости, главное про промокод, потому что я уверен, многие с этим столкнулись, что он не работает, и использовали чужие промокоды. Теперь мой промокод работает, используйте, пожалуйста, мой промокод. Огромная просьба перейти и подписаться на Яндекс.Дзен, давайте попробуем немного раскачать эту тему. Ну и просто как новость, как информация, что есть Boosty, хотите поддержать, приходите, подписывайтесь. Но я понимаю, что никто не перейдет и не подпишется. Друзья, меня зовут Сергей, это был канал Гитармания. Всем позитивного настроения. До встречи на Ютубе.